Хабаровский край пришел очередной циклон. Сегодня, 20 июля, синоптики прогнозируют на севере региона сильные дожди. Под влияние непогоды попадут Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майские районы. Спасатели предупреждают, что во время циклона могут возникнуть чрезвычайные ситуации на объектах транспорта, энергоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства. Возможно, обрывы линий связи, энергоснабжения. Из-за ухудшения видимости на автодорогах повысится аварийность. Кроме того, сильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в малых реках. В низинных участках местности не исключены потопления дорог, сельскохозяйственных угодий, сенокосов, полей. Главам муниципальных образований направлены рекомендации по снижению риска чрезвычайной ситуации и минимизации их последствий. Жителям края рекомендуется принять меры личной безопасности, отказаться от длительных поездок на собственном автотранспорте, походов в лес и на рыбалку, следить за детьми.